Массажеры, пылесосы и другая бытовая техника. В Ульяновске задержали группу молодых людей, продававших массажные изделия. Менеджеры по продажам приехали в Ульяновск около недели назад. За это время в каждом районе города провели презентацию предлагаемого оборудования. Продукция стоила больше 100 тысяч рублей, когда как реальная стоимость была значительно ниже. А массажные кресла в какую цену продавались? Массажные кресла на презентациях 118 тысяч. А много людей за этот период времени оформил договор на приобретение? Ну, я думаю, 8-10 точно было. Задержанным удалось заключить около 30 кредитных договоров на покупку злосчастного оборудования. Одной из потерпевших оказалась пенсионерка из железнодорожного района. Для приобретения массажера для больной спины она оформила кредитный договор, по которому 3 года должна была выплачивать по 4 тысячи рублей ежемесячно. Когда пришла все это, я посмотрел цену, во-первых, когда уже ознакомилась там в интернет зашла, там уже это, конечно, нереально. Инструкции достал. А вам что говорили-то о каких чудовищных свойствах? То, что это помогает проблемы с позвоночником. У меня самых проблемы с позвоночником. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, по результатам которой будет дана оценка законности их действий. Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательно обдумывать все риски при подписании каких-либо документов или обязательств финансового характера.